все тут перекрыто. Ну вот, как всегда, Юрич попадает, пошел за жрачкой, и тут войну объявили. Ну, можно, конечно, сказать, что якобы тут что-то горит, но навряд ли. Скорее тут в преддверии радостного праздника, вот народ выгоняет. Что-то заблокированы дверки. В преддверии радостного праздника. Главное смешное, что говорят, пожар, да, там дождь такой шпарит, ливень. Ну, сами понимаете, 17 число, митинги всякие, надо народ сдрачнуть. То есть тут скорая все появляется. Как бы перевести стрелки на другое, на более понятное людям. То есть, конечно, ничего не горит, вот дыма никакого нет. Да вот продавщицы стоят со всяких отделов. Сейчас я попробую. Вот заметьте, какой льет, да, вот поток вон там, вот видно. Сейчас подойду. То есть вот льет такой поток воды. И вот втирают, что тут пожар заминирован, блядь, полгорода. Извините за эти крепкие выражения. Ну, других нет просто. Забота о людях. Это вот один из самых больших в городе. Ну, собственно, самый большой, наверное, по деньгам торговых центров, да. Ну, конечно, для крупных городов он может быть не сильно. Где моя машина, блях? Пойду искать. Можно постоять, но, видите, дыма никакого нет, да. То есть все это чистая шняга просто. Шняга, ну, сами понимаете, связанная с чем. Можно пойти в соседний, да, постоять. Ну, ладно. Я сейчас на машину. Так, а где она? Потерялась. Тут, наверное, машины выгоняют со стоянки. Скорая там якобы. Ну, то есть, собственно, все, что как предсказывалось, все сбывается. Это вот второй день. Вот такая погода льет. Такая, это самое... Ливень, все тонет, то есть Амур идет в рост. Смотрел сегодня с утра уровень воды на Амуре. Закрыто оно, там тревога, война. Обратно идите. Ну закрыто вон, видите, скорая стоит. Все заминировано, все горит. Да, вполне серьезно. Пошли отсюда. Ну там выгнали всех людей, ну дыма нет, видите. Там все уже оцеплено полицией, пожарные. Правда, машины пожарной нет, вот понимаете? Как бы кричат, что якобы это, а вот скорая есть, а пожарных нет. Ну, то есть это, понимаете, сегодня 17 число, чтобы народ не расслаблялся в субботу. Ну вот, чтобы не митинговал. Подождите с часик где-нибудь, вон, в соседнем постойте. Вот, видите? Сказали, что заминировано, да, потому что... Посидите. Ну, они сейчас начнут полгорода минировать, я думаю. Вот, приехал Бобик. При этом смешно, смешно, как бы вот. Сам процесс вот этого бардака, он очень смешон по степени организации. То есть вот уже прошло 10 минут, я снимаю. Если бы кто-то что-то хотел взорвать, да, тут уже бы, блин. Или поджечь, уже все горело и взрывалось. Ну, то есть, чистая шняга для галочки, что вот провели сдрочку народа 17-го. Народу не до митинга, все, народ, короче, будет вот это обсуждать. Ладно, все, мой тарантас подъехал, бегу я на тарантас на свой. И надо же этот сюжет закачать, а то телефон уже мокрый. Вот застрял Бобик в пробке, короче. Так что, люди, еще раз, вот на это не надейтесь, надейтесь на себя, если что случится, на свой ум, короче, всем удачи. С вами Юрич, Комсомольск на Амуре. Ну вот видите, дыма нет никакого. То есть все это провокация и пиздеж, короче. До свидания.